Давайте я начну. Я мужик? Я Стэтхэм, что ли? У меня длинные волосы. Я мужчина. Итак, я женщина. Да. Черная? Я белый. Да. Я худая? Нет. А он певец? Нет. У меня актриса поет, помимо того, что снимается фильм. Нет. Белая женщина. Сексуальная? Да. Я играл в криминальных фильмах. Нет. Я жирненькая. Жирненькая, да, чуть-чуть. Дай бог, это Стэтхэм. Нет. Нет. Я молодой? Относительно. До 50? До 50, да. Это не Джеки Чан? Нет. Джеки Чан, нет? Нет. Что, Джеки Чан только знаете? В комедиях снимается. И в серьезных фильмах тоже. Да. Давай, давай. Спрашивай. Я пою. Ты поешь. В душе. У меня есть жена? Да. Че, Брэд Питт, что ли? Да. Знаешь, ты твоя. Я снимался в комедиях? Да. Адам Сэндлер? Да. В каком фоне? Он? Спросил. Сильвестр Сталлоне, нет? Да. Он добренький такой. Да у него всего одна роль в жизни была. Дукалис? Да. Чувак, ты обречен. Сайка, пересмешник. Голодные игры? Да. А как ее звали-то? Я не знаю.